Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Серго БТВ, и сегодня я такой поиграю такую в игру, как Beholder. Конечно, мне придется начать новую игру, потому что я немножко поиграл, и там получилось так, что у меня один человек забаговался, и я не смог ничего делать. Уважаемый Карл Штейн, рад сообщить, что ваше назначение на должность управляющего доходом домом класса D, находящегося по адресу 6 кров. Швеция одобрена. Вам следует незамедлительно прибыть по указанному адресу и вступить в должность. Вам и вашей семье выделены квартиры на цокольном этаже дома. Экспериментальный препарат, инъекцию которого вы уже получили на недосмотре, подавляет необходимость в ночном отдыхе. Это позволит вам посвятить больше времени служению Родине. Рады приветствовать вас в рядах элиты госаппарата Министерства распределения. Уважаемый Карл Штейн, рады сообщить, что ваше назначение управляющего доходным домом класса D, находящегося по адресу 6 Крушвице, одобрено. Вам следует незамедлительно прибыть по указанному адресу и вступить в должность. Вам и вашей семье выделена квартира на цокольном этаже дома. Экспериментальный препарат, инъекцию которого вы уже получили на медосмотре, подавляет необходимость в ночном отдыхе. Это позволит вам посвятить больше времени служению Родине. Вас в рядах элиты госаппарата Министерства распределения. Крутое начало, особенно где чела избивали. Так. Вышел новый директор правительства, вступить в должность. Это начальник, нажмите на него, чтобы поговорить. Я читать это не буду, потому что я сразу хочу начать играть. Так, здесь я должен, по сути, сейчас камеры найти. Вот наши камеры. Так, взять все. Отлично. А теперь поставьте эти камеры в столовой. Все, теперь нам нужно зайти в магазин. Так, это я быстро пропускаю. Так, теперь я сразу покупаю камеру и позвоню по телефону. Так. Да-да-да-да-да, я готов к заданию, да-да-да. Так, сейчас нам нужно идти в квартиру номер 2, а я к
Манишики. Так, давайте-ка постучимся, может, он где-то там заспрятался. Нет, его дома нет. Ага, играет в азартные игры. И, по-моему, бутылка либо за телевизором, либо за креслом. Так, давайте сразу камеру установим. Так, якобы нет, это хорошо. Либо в столе бутылка. Все, быстрее, быстрее, быстрее. Все, сделали это очень быстро, звоним в министерство. Так, теперь мы должны Якова нашего ждать. Вот он идет, наш Яков Манишек. Сейчас он, по сути, должен... начать употреблять, наркотики. Если так сказать. После чего мы должны его спалить, и после чего на него написать рапорт. После чего его зовут ментам. И все. Что там творится? Так, главное сейчас его ждать на камере. Это самое главное. Если его не дождаться на камере, то все. Можно сказать, все провалено. Главное, чтобы он сейчас не вышел. И дождаться его надо. Видимо, он играет в азартные игры сейчас. Сам собой. Скорее всего. Соберите улики. Я не могу собрать улики, так как... У меня такое чувство, что он стоит прямо за дверью. Нет, он ушел. А, его не... А, во. А, нет, он ушел. А сюда его ждать? Чего уж я могу сказать? А, он у нас? Спасибо. Да, уходи к себе в каюту, молодой. О, в каюту идет. Вы готовы? Сейчас ускорим чуть-чуть процессик. Во. Пишем рапорт. Яков, составит рапорт, собранные улики. Сюда, гражданин Яков Манишек. Прошу в квартире номер 2. 6039 от 1. Отправить. А, неверные данные, неверные улики. Ладно, значит... 6038. Менты едут. А теперь смотрите, как его забирают.
все, пацана увозят в ментовку. Нехера было наркотики употреблять. Наркоман. Все, пацана, в ментовку. Быстрее. Ура. Все. Наконец-то. Теперь нам нужно отремонтировать данную квартиру. Так. Теперь нам нужно заселить людей. Ну, например, давайте Алози Шпа. Так, все, звоним в министерство наше. Так, все, отчитались. Работа и доверие. Поговорить с женой, дочерью и сыном. Это я, да. Так, сыночку поговорил, ему нужны книжки. Вот, вот этот дядька, Клаус Шиммер, он просто не выходил из дома. Вот он опять сейчас забагался и все, сейчас не уйдет. А у него как раз жены. Кастрюля. Ну, здесь прям стоять буду сейчас и все. Ну, сейчас он сразу резко придет. И все. Я не знаю, как его оттуда вызвались. Так, что там надо? Давайте попробуем что-то купить. А, у нас только камеры. Ну, по технике, будто бы техники. Ага, нам нужно тайно становиться Ян. Поговорить о жене Клауса Шиммера. А как я тебе это сделаю, если он меня не пропускает? Я могу, конечно, его, типа, выселить из квартиры. Нет, я его не смогу выселить. Сейчас то же самое, и бабушка сейчас будет. Все тут забагались. Забаговались. Нет. Как я поговорю с этой вашей... Угу. Серия первая. Клаус Шиммер. С ним, понимаете, есть... Давайте про дом. Вот, я не понимаю, почему он тогда ушел на автобус, а сейчас нет. Надо было его подхватить, его жену. О! Мария Шиммер. Ура! Быстрей! Бы сразу про кастрюлю спросить было. Стой, 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 стой! Нет, зачем ушла? Не. Так, Патрику проси взять у соседей кастрюлю. Теперь надо ждать, пока эта ваша Мария выйдет.
Надо ждать, пока эта тёчка наша выйдет. Поговори с женой. Я поговорил. Поговори с Марком Ракеном. Кто это? Ой, стой, 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 стой. А, она к нам пошла. О, Маришка! Ура! Слышишь, тетка? На. А где? Либо лежит под кроватью, либо за стулом, ну за шкафом. Взять, нашлась. Вот и куколка нашлась. Так, все. Можно считаться с ним. За первое задание. А дальше с Марком Ракеном и с Розой Ранек. Они вот здесь и живут. Вот, Роза Ранек. Познакомиться. Плакался с Эмила. Так, теперь надо с Марком. А как я теперь с Марком поговорю? Это где-то, по-моему, у нас был, да? У меня 34 часа, по сути, они сейчас оба забаговались, поэтому я не думаю. Это, короче, знаете что? А, камеру надо купить. Купить. Но это я все прикуплю. Но давайте я это куплю специально. Так, теперь надо ждать этого дедульку. Когда он придет? Натан Хиллера. Кто это? Какой-то, видимо, выкупатель, покупатель. Иностранец. А. Ага, торгует, дорогой. Марк Ракен. Как я с ним вот поговорю? Если вот... Вот это? Я тебе поговорю, познакомлюсь. Вот я познакомился. Да-да-да. Да-да, конечно, слышно, если от меня хотите, выполняю всего лишь друг. Да-да-да, так, мелочи, у вас столько денег. Можно спросить про Клауша Шиммера? Ого. Узнали про Клауса Шиммера, что он сомелье и курит трубку. Значит, там надо будет устанавливать камеры, когда он выйдет. У меня насчет вот дедушки. Давайте подождем, пока дедушка у нас выйдет. Все, бабка вышла. Стучим деду. А вот дед. Ура. Наконец-то. На. Сразу. У нас, он оказывается, у нас увлекается моделированием. Так. Лози и Шпак просят вас познакомить его с женщиной для серьезных отношений. Надо написать характеристику на Клауса Шиммера. О, вот это мне нравится. Характеристику уже надо написать. То есть не рапорт, а характеристику. Что он курит, но у нас нет улик.
Я всего лишь напишу характеристику, она ничего не даст. Клаус Шиммер, проживающий в квартире, пол, мужское, семейное положение. Проживает с Марией Шиммер. Профессия. Продавец табака. А теперь смотри. Ща-ща-ща. И увлекается моделированием. Отправить. Характеристика принята. Да. Все, отчитаюсь сейчас. Так, теперь надо выселить его. 240 часов. А то, чтобы... Жди-ка. Слышь, чушка. Знаете, что так стоит? Здравствуйте, здравствуйте. Что... Скажите мне, Калорал, расскажите, что стоит. Достать из архива документ Клауса Шиммера. А как я это сделаю? Как я достану... У меня вопрос, как я смогу достать документы архива у него? Если он каждый раз туда-сюда ходит. Он согласился. Но. Чё, пистолет? Ну чё, о пистолете думал? Достать из архива документы. Это какого твоего человека, хорош? Ты не лучше. О! Дедок! Так у меня виски есть. Все, выкупить у Марка Ракина. Стоять! Слышь! Стой, 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 дорогой. Я про тебя еще не поговорил. Министерство, где я найду? Нет. Бумаги? У Марка Ракина. Нужно купить у проходящего, да, вот шоколадную конфету и отдать ее жене. А, где я его найду? Он сейчас не проходит. Нет, пожалуйста. Может, не надо. Он пришел один раз в жизни своей. Давайте по... О, дорогой мой. Пришел. А я почти торговать. Давай, я знаю, что у тебя там все дорого. Это шоколадный конфет. А книги-то я зачем купил? Шоколадки купить, там всякие. А где наша мадамка? Где наша жена? Не понял, где наши... О!
покурил, молодой. Женёхонька. У нас молодой курит. Давай, 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 давай. Закончить разговор. Ноги пожал. Так, 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 так. Куда он пошел-то? Он к нам пошел. Марк. Слышь, молодой. Помочь шиммерам сбежать из города. А как я им помогу? Марика! Подожди, а как я им помогу сбежать? Мне нужно министерство. Мне нужно вот сюда. Я хочу написать рапорт на этого дебила. Ну как рапорт? Ну рапорт. Шантажное письмо. Кому? Это. Марк Ракин. Да. И третья, да, ведь квартира, да. Мы нарушили директиву 16:30:48, например, от 3. А материалы. А, у него материалов нет, боже. А, это собранная инфа, точно. Точно. А как, если все, точнее все самоубийство, тогда... О, жена, спасибо. Найдите способ выселить жильца. Как я его выселю? Я знаю, что он хочет уйти, но как? Что, короче, что случилось? Он заболел, но никаких лекарств помог. Марта заболела, жена просит найти аспирин для Марты. Я, конечно, не знаю, кого. Но. Он, кстати, смотрите, не выходит, молодой. Что-то у них все плохо, что. Там никого нет. Наконец-то я узнаю, что у них тут дом происходит. Значит, сразу второе. Тут второе. Виски. Так, дайте отдыхать. Да, да, да. Нет, пожалуйста, не они. Пожалуйста, не они. Пожалуйста, не они. Не они. Так, это уже на Марию шиммер идет. Не, я тут уже обыскал. О, сейчас, кстати, могут они быть. Или нет? Да, уехали. Давайте другую. Сейчас быстро все сделаем. Книга. О-о-о-о. Все, быстрее, 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 быстрее. Короче, рапорт. Сразу рапорт писать. Приехали. Я не знаю. Просто шантажное письмо. Кому? Клаус Шиммер. Куда? Квартира номер 1.
А нарушили директиву 1641 или что-то вот третье. Так. Молодой. Собраны улики у нас. Однажды письмо Клаус Шиммер отправлено. Ожидайте результат. Да, я не смогу. Свидетельство на рассмотрение, да, у нас? А, значит, у нас игнорщик. Ха. Тогда уж, молодой человек, напишу рапорт. Раз уж ты такой у нас хорошенький, значит, я на тебе напишу рапорт. Чел. Стоит рапорт. Клаус. Какой Клаус? Кто там? Что там у нас? Ну, по-моему, Клаус, да. Клаус Шиммерли я у них был. Да, я был Клаус. Собранные улики. Он просто проигнорировал. А, типа, я бы тоже проигнорировал, типа. То есть, одна проблема, если бы я проигнорил, у меня бы была пахана. Жена Марта просит найти аспирин для Марты. А это мы сделаем следующая серия. На этом все. Всем удачи и пока-пока.